прозвучал свисток. Пелянский. На рисунку отдавал эту передачу Колосов. Не точно. Кучна Гусака. Алексей Гусак. Просто не знаю, куда дать активно сегодня. Ctrl-P, что тут говорить, друзья. Гусак на Мельничука. Андрей с мячом. Играет снова на Гусака. Хомченко отыграл. Классно. На Алексея. А вот что с пробросом Алексея? Повалил он тут одного из футболистов. Очень шаткое минимальное преимущество на стороне Ctrl-P. Я думаю, что счет у нас в любом случае изменится во втором тайме. Только лишь в какую пользу, это уже, конечно, вопрос. Мельничук, Тинтит. Играет на Кузько. Лисенько. Кущ. Мельничук на Хомченко. В центре он один. Попробует обыграть. Подхватывает эту эстафету Мельничук. Гусак. Удар мимо. Чуточку не успевал вовремя нанести этот удар. И это сыграло важнейшую роль в этом эпизоде. На своей. Ну, рука была, да. Уже сам признался Андрей раньше свистка. Пелянский. Василий. Очень жестко на столба, но столб там как раз не подвижен. Плохо было бы, если бы он был подвижен. Кузько. Далее пробирается сквозь двух футболистов. Можно бить. И Сунько вот этим своим контактом, ну, честно говоря, сбил где-то желание и равновесие, нацеленность на удар. Толком ничего убедительного не увидели от Меркуриала. Гусак, Алексей, прихват. Хомченко. Вправо. Ну, не очень сильно. Не раз сегодня отдавали такие сильные передачи именно на Алексея. И мы слышим немного нецензурной лексики по этому поводу. Пелянский. Яковлев. Снова Пелянский. Кузько. Мельничук на Хомченко. Бил Хомченко. Это незапланированный пас от Колосова. Седлецкий. Будет удар от Василия. Ну, на третий раз он таки пристрелялся, как мы видим. И плотный достаточно удар адресовал. Колосов навешивает. Яковлев. Сильно головой, но вот Кущ после ударов, будем так говорить, ногами, головой уже не так ему это опасно. Надо в угол явно бить, а там угол и так максимальный был. Для того, чтобы нанести какой-то опасный для вратаря удар. Яковлев сам попробовал обыграть, не выходит. 2-2. Много сумбура. Просто на пролом и одна, и другая команда старается продавить. Забирает мяч Пелянский, отыгрывает на Яковлева. Мельничук пробросил. Одного, второго. Ищет, как дальше взять атаку. Да что ты делаешь? Женя, прижата рука, я смотрю. Потому что прижата рука, естественно, тоже. На, закройся. Е-е-е-е, давай. Вот так. Посмотришь, потом видишь. Право, смотри. Ваша слеза, ваша слеза. Да, да, можно туда. Яковлев на Седлецкого. Пелянский навешивает на Киричука. Киричук Василий на Седлецкого.
Детский борется, пытается протолкнуть, но тут не получается. Дальше пробраться. Вброс Куща. Мельничук. Андрей придерживает мяч, ставит корпус. Андрей там с Андреем, будем так говорить, борется. Как раз именно из Меркурия Андрей победил в этом эпизоде. Губский на Пинчука. Снова Губский, удар приходится в Яковлева. Зон. Седлецкий. Навешивает простым, казалось бы, образом. Хиричук успеет ли? Нет, не успевает. Мало того, еще и травму так можно получить, честно говоря, колено. Белянский на Седлецкого. Здесь особо ничем не закончился этот эпизод. Хомченко на Кузько. Пинчук разгоняет от атаку. Хомченко на Губского. Киричук. Белянский. Догоняет мяч. Сам дальше решил идти. И хороший момент для Куща. Ну, выше пришелся этот удар. Пока вниз. Под стул. На всякий случай. Киричук навешивает на Пелянского. Снова Василий Киричук. Хомченко. Кузько классно на характере, на опережении сыграл, тут чисто. Пробил, но медведь не почувствовал опасности, будем так говорить. От ворот приходилось реагировать Кущу, чтобы не натворить чего-либо. Кузь бросил на Гусака. Алексей на Губского. Пелянский финтит. Отыгрывает обратно на Седлецкого. Губский. Хомченко. Ну, проседает понемногу оборона, как по мне. Андрюха! Седлецкий на Висенько. Висенько на Седлецкого. Гусак на Губского. Толчок Пелянского, устоял он чудом на ногах. Губский увидел Алексея открывающегося. Ты, Женя, перед стоишь. Посмотри, что он делает. Оранжевые поля одна, зеленая. За счет того, что активно пятую точку, будем так говорить, подставлял. Разведите с места. Не по-спортивному, как раз таки именно футболист Меркурия. Дают фол в сторону Control P. Меря, ты держи 4. Вася,
Разыграли аут Меркуриал. Это в никуда. Не догнал толком этот мяч Яковлев. Точнее, это догнал, пока он выкатывался за пределы, будем так говорить, аута. А вот уже дали успеть второй раз достать мяч, не смог. Мельничук. Седлецкий. Висенько. Удар с левой в аут. Что игроки? Быстрее, быстрее, блядь. 40 секунд. Разобрали, разобрали. Выпить-то тоже не везде. Яковлев будет разыгрывать. Седлецкий. Василий назад на Яковлева. Хорошо забирает мяч Андрей. Неправильный вот, который, можно так сказать, судья. Единственный момент, когда судья прощает. Хомченко на Мельничука. Андрей. Ну, мяч толком ничего дельного не получилось этого выдавить эпизода. Висунько на Седлецкого. Седлецкий на диагональ. На Яковлева. Отдал передачу, Андрей пробивал в упор, снова Кущ делает сейф и хороший момент. Смотри, дали! Седлецкий отдал назад, Висунько на Колосова. Высокий прессинг у нас наблюдается от Меркуриала. Седлецкий, выбили из-под ноги мяч. Кущ на Мельничука. Пинчук. Седлецкий. Сыграл на Яковлева. Точная передача от Андрея Яковлева позволяла обработать Седлецкому мяч. Но, как мы видим, с этого эпизода больше выжить не смог. 1-0. Минимальное преимущество. Одна ошибка. Контрол-пэй в обороне может длинную дистанцию, которую как раз диктовали условия такие зеленые, просто превратить в неудачный исторический момент, или как лучше выразиться, я не знаю. Но, в общем, все это очень шатко и могут упустить 3 очка, учитывая, что сейчас, казалось бы, ведут игру и все хорошо складывается. Яковлев. Носок. На Колосова, Колосов на Пелянского, Пелянский на Висунько, снова Пелянский. Гусак. Пусько. Далее на Пинчука. Вот нужно было в одно касание сразу же переводить Губскому. Видимо, он хотел обрабатывать. К делу доброму не привело. Ну и просто на вынос Колосов здесь разгружает. На теннисные корты. Пелянский. На Яковлева. Обработал мяч Андрея. Дает точную передачу на Василия Кирчака. И опять же сейф у нас делает Кущ. Спасибо. Пуско.
Зеленый, да. Чего ты не побежал? Тайм-аут. Женя, мяч. Тем более я бегу с пинчаком. Жень, вот. Время, Игорь, нажмите. Игорь, время, пауза. А, это игровой. А что ты видишь? Не, ну так все равно, ты матч повязал. Ну, куда мы должны попадать? Ну, в таких случаях, куда? Это нема никого. Нема такого, по-моему, давай. Так, кто должен знать матч? Кто должен знать матч? Кто должен знать матч? Пилянский на Яковлева. Снова Пилянский. Яковлев через центр идет. Дает свободно пройти. Хомченко разгоняет атаку, пробивает. Мимо ворот. Медведь. Яковлев. Пинчук на Хомченко. Лубский перекатывает мяч, ищет, как отыграть, играет на Хомченко. Пилянский. Первый, будем так говорить, ну и фолит. Хомченко недоволен. Под ногу, под опорную как раз таки ударил Пилянского Хомченко. Ну, может быть, не столь грубо, я думаю, что за апелляцией как раз именно к судье. Доценко Евгений наградил желтой карточкой. Седлецкий. Головой пробивал. Полторацкий Константин. Седлецкий, Пилянский Василий. Назад можно? Женя, Костя, дай, Костя. Иди. Хомченко. Пинчук на Кузько. Не видел этого удара медведь, но прыгал. Прыгал Иван, и я думаю, что однозначно неплохо. Хомченко, ну просто в руки. Медведь Иван вбрасывает. Не долетает до Константина. Передача. Пинчук сразу на Губского. Диагональ. Старается Меркуриал забрать бал свой. Не упускать. И не проигрывать в этом матче. Хомченко назад на Кузько. Кузько на Пинчука. Завладели мячом. Где-то 2 минуты удается придерживать. Но тут фалят. Фалят. Полторацкий Константин. Молодец, конечно, Кузько здесь в этом эпизоде. Дмитрий не дал себя продавить, будем так говорить. Хотя ситуация была невыигрышная в его пользу. Медведь, не очень получилось отбить удар. Мельничук. Обыгрывает таки Мельничук, Горячука, Василия. Два футболиста лишь в обороне. Гусак, что с обработкой? Нет. Ниже. Полторацкий Константин. Пилянский. Вася, на тебе пас. Вася, бля, развернись. Ты не поменяйтесь, мы вообще выпали вдвоем. Мельничук. Кузько на Хомченко, не точно. Друзья, у нас минута до завершения матча.
1-0 у нас. Минимальное преимущество на стороне Control Pay. Давай, давай, до конца. Немного в ногу там, судя по всему, Мельничук такие попали. Мельничук, Хомченко. Гусак. Андрей, давай! Пусть, 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 сходу! Я присутствую. Нет, снова! Яковлев! Куча ищет, как бросить. Ну, некуда, просто закрыто сейчас все. Гусак, Хомченко, Мельничук. Гусак. Мельничук. Снова Алексей Гусак. Давай! И звучит финальный свисток. 1-0 минимальное преимущество и победа для команды Control Pay. С чем мы их и поздравляем.